Чудом остались живы. Недалеко от Бийска произошла серьезная авария. На оживленной трассе столкнулись два легковых автомобиля. 6 человек пострадали, в том числе 11-летний ребенок. Госпитализация потребовала 7 участникам дорожно-транспортного происшествия. ДТП случилось на трассе К-05. Это дорога в направлении Кемеровской области. Причины и обстоятельства сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, аварию спровоцировал житель Междуреченска. Мужчина, находясь за рулем «семерки», выехал на встречную полосу на скорости, столкнулся с автомобилем ВАЗ. В итоге две машины оказались в кювете. Водители и пассажиры получили серьезные травмы. У всех, без исключения, диагностировали переломы. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в центральную городскую больницу Бийска и районную больницу Бийского района. Добавим, что 11-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника, а также переломы ключицы и голени. Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила и прежде чем совершать какие-либо маневры, убедитесь в безопасности.